Также, дорогие друзья, мы рады представить вам членов международного жюри 26-го международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2017». Народная артистка Беларуси, композитор, продюсер, певица Ядвига Павловская, Беларусь. Музыкальный продюсер Национальной общественной телерадиокомпании Украины. Продюсер международных детских конкурсов поколений Junior и Music Academy Junior Владислав Богинский, Украина. Оперный певец, продюсер, лауреат государственной премии Израиля в области искусства Феликс Лившиц, Израиль. Популярный певец, композитор Кевин Маккой, США, Германия. Актер, популярный певец, композитор, продюсер Глеб Матвейчук, Россия. Телевизионный сценарист, композитор, писатель, художник-портретист Депса, Италия. Заслуженный артист Сербии, популярный певец, обладатель гран-при конкурса молодых исполнителей «Витебск 1995» Филипп Шмахер, Сербия. И председатель жюри 26-го международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск 2017» на Славянском базаре в Витебске, певица, продюсер, заслуженная артистка Болгарии Йорданка Христова, Болгария. Ну что же, мы желаем удачи нашим конкурсантам, желаем членам жюри быть внимательными к их талантам и отправляем за сцену готовиться к конкурсу. Удачи!